Поработал, все, и денежку туда засунули в рот, в этот, как в банкомат. И все, пошел. Такая работа хороша? Нет. Хорошо, когда интересно. Когда вы понимаете свои сильные стороны, у вас же покупают не вас. Люди думают, что у них покупают время жизни, когда их нанимают на работу. Слушайте, не это вранье все. У вас покупают навык. Этот навык просто взять от вас, отнять. Кстати, скоро сделают искусственный интеллект. Возьмут наши навыки, отнимают у нас там и так далее. И не приходит искусственный интеллект на работу. Никому не нужно время работы искусственного интеллекта. Нужен навык. И вот когда вы понимаете, что у вас есть навык, за который вам платят, вы начинаете про этот навык думать. Уже не как просто, ну, что-то там научили, я это делаю. Да? Вы про это думаете, как про то, что вы можете развивать, про то, что какую-то ценность представляет на рынке. Почему кому-то платят за такую же работу там 10 рублей, а кому-то миллион. И тут сразу это понимание другого у вас рождается. Представляете, вот вам интересно. Вы бежите на работу. Понятно, что вы делаете. Зачем вы делаете, да? Какой ваш навык там, как бы это, в каком процессе вы увлечены? Другая жизнь, понимаете? Другое самоощущение. Вы на работе не умираете, вы на работе самореализуетесь. Понимаете? Вы создаете что-то не за зарплату, не за деньги. Кто за деньги работает? Раб. Это деньги, это корм. За деньги работают рабы. Понимаете? Их кормят деньгами.